start to dance. Give me more, this is a chance. Get on the floor and feel the fire. Take me higher. Всем привет! Сегодня у нас в ремонте Subaru Forester 2012 года выпуска с битыми дверьми, почему-то они были сняты, и с битым крылом. Бампер треснут, его сделаем. Также помят арка колеса. Все это будем менять. Для начала надо вытянуть весь проем. Естественно, насколько это возможно, главное не перетянуть. Вот, понемногу вытягиваю. Ну и после этого смотрю зазор между крышкой задней и фарой. Зазор за большой, надо чуть его уменьшить. Домкратом от лонжерона толкаю стойку. Ну вот, зазор сейчас нормальный. Ну вот, все подровнял, все подтянул. Сейчас можно удалить ненужный металл. Значит, удаляю вместе с карманом колеса. Режу чуть ниже, чем донорская деталь. Потом подкорректируем. Ну вот, все отсверлил, отрезал, отрубил. Теперь можно приступать к донорской детали. Вот такая красивая деталька. Не помятая, не поцарапанная. Удаляю все то же, что мне не нужно. Резы делаю не на одном уровне для жесткости. Причем внутренний металл делаю ниже, чем верхний. Так удобнее будет потом вставлять деталь на место. Ну, примеряю, как видим, кусок днища вмят не подходит. Также чуть-чуть ушла крыша стойки, смещены. Как видите, также кантик двери стоит выше, чем кантик крыла. Из этого следует, что лонжерон чуть опущен. Для начала вытягиваю часть порога. Ну и затем натягиваю крышу со стойками. Ну и смотрю, чтобы то сходилось. Ну вот, все вроде бы практически сходится. Будем готовиться к сварке. Прежде чем начну сваривать, надо приварить закладки. Закладки привариваю на кузове на внешний металл, на детали на внутренний металл. Так проще будет вставить деталь. Приподнимаю чуть крышу, делаю прихваточки, примеряю фонарь, ну и смотрю, как все подходит. Все вроде бы окей. И провариваю внутреннее усиление лонжерона. Потом сюда вварю вставку. Ну, вот как бы все сварено. Все примеряем. Как видим, бампер подходит. Сейчас нету клипсов. Зазор есть. Кантики сходятся. Начинаю готовить к покраске. По швам прохожусь эбонсидной шпаклевочкой. Пошпаклевываю. Крыло прекрасное. Поклевать не надо. Ну и грунтую. Для начала покрасил все снутри. Дверь, проемы,
чтобы проще было. Потом повешу дверь и покрашу все остальное. Ну вот, машина как бы готова. Покрашена, собрана. Осталось клиенту поставить два колеса нормальных. И может кататься, либо продавать. Ну а я желаю всем удачи до скорой встречи. С вами был Артур.